Онлайн-вечеринка знакомств в эту субботу, 5 октября. Что такое онлайн-вечеринка знакомств? Как вы можете себе это представить? Все на самом деле очень просто. Вы получаете линк, кликаете на линк, оказываетесь в Zoom, видите перед собой на экране мальчиков и девочек, и все по очереди рассказывают о себе по видео. Вы рассказываете о себе, можете почитать по бумажке, на английском или на немецком, максимум 1 минута. Мальчики рассказывают о себе тоже на английском или на немецком, но их представление я буду переводить на русский. Так что даже если у вас не очень хорошее владение языками, я вам все переведу. После того, как вечеринка закончится, девочек-звезд, которые представляли себя, которые включали камеру и видео, и мальчиков-звезд я обменяю контактами, то есть звезды со звездами. Если вы не можете, не хотите, стесняетесь участвовать в этом мероприятии, вы можете прийти первый раз как зритель. Это значит, что вы платите 7 евро за билет, или 700 рублей, или в любой другой валюте, и вы смотрите на эту вечеринку, то есть вы смотрите на представление участников. Соответственно, получаете первую идею о том, что за мальчики и стоит ли с ними продолжать общаться. И потом мы обмениваем контактами точно так же. Если вы берете билет зрителя за 7 евро, то вы получаете анкеты и контакты не только мальчиков-звезд, но и мальчиков-зрителей. И обычно у нас больше приходит мальчиков-зрителей, чем звезд. То есть вы можете прийти абсолютно безблатно и бесплатно в качестве звезды и рассказать о себе, получить контакты и анкеты мальчиков-звезд, можете пойти зрителям и получить контакты не только мальчиков-звезд, но и мальчиков-зрителей. При том, что все это на самом деле очень просто, вся вечеринка построена по науке. Это действительно серьезный пласт эмоций, знаний, которые в эту вечеринку вставлен. И мы делаем все максимально возможно, чтобы во время вечеринки у всех было хорошее настроение и, возможно, пробежала та самая искра, которая заставит вас влюбиться в друг друга. 5 октября. Онлайн-вечеринка знакомств. Меня зовут Дробин Ксения, я директор Международного брачного агентства. Занимаюсь знакомствами 26 лет, и весь мой накопленный опыт я готова поделить с вами на онлайн-вечеринке знакомств 5 октября. Жду вас!